Вот истинный ценитель пришел. Виктор продал квартиру в Москве, чтобы построить натуральную величину, вот эту штуку. Какой-то британский корабль. Фрегату. Мы находимся в Бургасе. Для тех, кто... Еще одна точка. Как вам тут, Ян Анатольевич? Купаться будете сегодня? Нет, здесь? Напоминаю какую-то булавку. Финский залив. Если не знать, что это... Не, ну залив вряд ли. Тут какие-то все объекты. Вот, пожалуйста, ут. Тут можете еду готовить. Ребята тут надеются разбогатеть, строят пляж тут. Лежак будет, наверное, рублей за 150 в час. Переодевалка уже готова. Не, это какая-то цветная капуста, не? Да, декоративная. Да ладно, специально. Ну, кажется, съедобная. Вкусно. Вот то, что ищут многие и находят. Вот. Сколько говна. Ага. Как ты любишь. Это не он? Кто? Не кто? Похож? Ну, не вот этот Виктор, может. Вот он сколько рисунок. Смотри. Улиток полно. Вон на камне. Вот очень улиток, кто не видел, вот они. Кам. А вот динозавр. Ну пока это достроит, оно разваливается все вообще. Смотри, на машине не залез. На его месте должен был быть я. Давай, давай, давай. Внимание, 2 часа съемка. Кого он тут снимает? Электричество есть. Такая напоминает пивную тут. Смотри, какой мужик. Подожди, говно. Так а что это надо снять? Смотри, какой мужик. Какой это? Сейчас я прочитаю. Что он начал строить? Как он это все делает? Один все делает человек. О, собака на входе. А тебя не было. Здравствуй, здравствуй, хороший. Привет, привет. Не кусайся меня, не бойся. Переехал в Крым, чтобы построить уникальный, единственный в своем роде арт-объект. Копию британского линкора «Повелитель морей» 17 века в натуральную величину. Величина впечатляет, спора нет.